Йо-хо-хо, дружище, с тобой Владимир, канал Гильдия Гейм, и мы продолжаем Daggerfall. Daggerfall — это главный сюжет Daggerfall'а, вот, вторых свитков, на базе Skyrim Special Edition. Вот, записываю подряд три серии, вот, нам нужно сейчас вернуться к принцу, и, в общем-то, рассказать, что же случилось с его братцем. Какие-то здесь кубы перемещаются, но какие? Ага, пойдем сюда тогда. Понятно. Что-то здесь, что-то недоделанное. Наверное, дверь. Ладно, мы туда, короче, не пройдем. Вот сюда куда-то. Придется возвращаться обратно. Я-то думал, что мы сможем вернуться каким-то другим путем. Выбраться из этого замка. Вот оно что. Вот какие кубы здесь перемещались. Вот эти. Ну, тогда нужно стоит нажать на рычаг. Значит, мы недаром на рычаг-то нажали. Да, все верно. Давай туда пойдем. Оказывается, здесь не все так просто. Свои ловушки в этом большом моде. Неплохо сделан, кстати, для... Не так, не столько много деталей, как в Skyrim моде. Skyrim для Special Edition, так это мы и проверяли. Ага. Но, тем не менее, сюжет интересный. Вот, насколько он здесь закончен. По-моему, на Nexus писали о том, что здесь главная сюжетная миссия, она полностью закончена со всеми квестами. Вот единственное, только не закончен, это мир, вот этот вот окружающий. Можно было бы спуститься туда и орка того убить. Но куда мы тогда попадем? Будем, наверное, блуждать. Да ну нахер. Так, тут у нас пусто. Что здесь? А, смотри-ка. Гигантских пауков напихали. Железная стрела. Но будем пока железные стрелы юзать. Еще в какую-то локацию мы с тобой попали. С большими ящиками. Дверь. Тут прям можно запутаться. Вампиры. Кого тут только не водится. Готов. Вот этого давай. А древний вампир помощнее будет. Но железными стрелами мы сейчас их завалим. Стальная стрела у меня есть. Отлично. Прах вампира, броня вампира, доспехи 33, вес 9. Возьмем, дорогая вещь. Серебряная катана. Ага, возьмем. Какой-то он голенький стал. Зелье кузнеца. Заберем. Ты какая-то лысая. Пока была вампиром, всю шевелюру свою растеряла. Так, у нас тут это подсвечник. А, ну тут все. Тупик. А это что было такое? А, ну они, короче, оживили паука. Но это им не особо-то и помогло. Так, а вот что в этой двери? Замок с фалем.
скелет. А что здесь делает фонтан? Так, а что здесь? Тоже какой-то вход. Прям лабиринт. Лабиринт прям вообще огромный. А, тут я был, кстати. Вот, может быть, мы даже отсюда выберемся. Да, вот она, свинья, орк, которого я убил. Да-да-да-да-да, отлично. Значит, на правильном пути. Маленький трон. Большая статуя. Отлично, значит, мы сейчас уже выбрались почти. Надеюсь, этот квест будет закончен с принцем. Мы тогда отправимся к мини-марк, к королю червей. Так, куда-то наверх надо. Да, вот на дверь. А тут что? А, ну тут тупик. Залив Ильяк. Отлично. Наверное, вот эти двери, они не работают. Давай проверим. Что это за башня такая? Да, просто. Просто башня. Так, нам надо отправляться, значит, к принцу. Дворец Сентинела. Вот мы рядом с дворцом. Здрасте. Я тут дневник тебе принес твоего братца. Так, милорд, вот дневник Артага, его самопровозглашенное свидетельство о смерти. Это то, чего я больше всего боялся, бедный Артага. Я так и обещал вот то, что я слышал о Лиссандусе. Я не знаю, могу ли я открыть эту тайну, но я доверяю тебе. Лиссандус был влюблен в свою придворную волшебницу, дворянку по имени Мидора Диренни, и во время войны с нами его королева узнала об этом. Говорят, что пока ее мужа не было, королева Минисера изгнала Мидору со двора. Моя сестра Опка, теперь королева, часть договора об обеспечении мира между Но Минисера по-прежнему проживает в замке Даггерфолл, как вдовствующая королева-мать. Я не знаю, куда ушла Мидора, но я знаю, что у нее есть огромный замок где-то на острове Балфиера. Я не знаю, поможет ли это вам, но это все, что я знаю. Еще раз спасибо за письмо Артага. Простое знание того, что случилось, сняло камень с моего сердца. Пожалуйста, возьмите этот стальной боевой топор Огненный душ в знак моей признательности. Да, еще одна вещь. Моя мама сказала, что если вы успешно вернетесь с этой миссии, она хотела бы увидеть вас, чтобы дать вам задание. Интересно. Так, письмо от королевы Аркатити получено. Выполнено пропавший принц. Готово. Начало живопись истины. Поговори с королевой Акорити. Так, погодите-ка, а нам еще мини-марка нужен. Душа Лича, вот тут как бы самое главное. Давай-ка сюда. Ни хрена тут миссии, а? Вот, освобождение Мидоры. Живопись истины. Душа Лича. Давай-ка с мини-маркой поговорим. По-моему, мини-марка это типа этот... Но это Хаммерфилл, по-любому. Так, куда мне... А, вот сюда. Ну, а мы это уже знаем, всякие тут их ловушки. Давай поговорим с мини-марка. Так, я-то уже знаю, что мне вот сюда надо. Да. А я их уже завалил, по-моему, всех противников, правильно?
Да, 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 да. Поэтому мне сюда. Надеюсь, они тут не зареспаумились. Да, тут я уже всех убил. Отлично. Так, давай-ка дверь. Вот наш мини-марка. Здравствуй. Мини-марка король. Мини-марка король червей. А мне передали ваше сообщение. Я так рад, что вы ответили на мое письмо. Надеюсь, что мой посыльный был вежлив. А вы были верным слугой в прошлом, не так верный, как мои живые мертвецы, но гораздо более универсальный. Мне нужно, чтобы кто-то пробрался в глубины замка Даггерфолла, и награда моя — это знание, которое я могу даровать вам мертвые. А могут. Вы готовы? Конечно. А то, что мне необходимо узнать, превыше моей безопасности, так что да. Забавно, я как раз думал над этим. Мне не живет... Он не живет среди живых, но может существовать среди мертвых. Я хочу, чтобы вы вернули мне призрака принца Каролиса, прадеда покойного короля Сентинела Камарона. Каролис была колдуном среднего уровня, теперь он лич в недрах замка. Я даю вам специальный скарабей. Когда вы будете достаточно близко к нему и уничтожите его бренные останки, его душа попадет прямиком в скарабей, словно в камень душ. Принеси его мне, и я расскажу тебе историю, которую могли услышать только мертвые. Так, убейте лич Каролис и поймайте его душу в камень душ в форме скарабея. Классно, классно, пойдем. Никогда не была так сладка с тех пор. Так, вот сюда надо. Какие любопытные у нас миссии. Прям довольно-таки огромный, так сказать, мод для Skyrim Special Edition. Под названием Daggerfall. Ну, я, интересно, вот думаю... Первые свитки, наверное, вряд ли портируют на Skyrim Special Edition. Пойдем найдем лича. Заодно сделаем картинку с ним. Так, значит, нам нужно в замок Daggerfall. Дворец Сентинела. А, даже сюда. Так, погодите-ка, это сюда, да? А, ну да-да-да, сюда. Так, теперь надо нам добраться до подземелий этого замка. Так, что это такое за дверь? Ага, куда-то наверх. Но подземелья, по идее, должны находиться где-то наверху, а не внизу. Так, какой-то маг. Вот, кстати, зачарователь посохов. Такой штуки я в Скайриме не видел. Уже второй раз ее наблюдаю. Писарь какой-то тут есть, вот. Что это такое за дверь? Ага, а, рычаг, вот. Странно, что подземелье находится где-то наверху, а не внизу. Поднимаемся наверх при помощи рычага. Довольно-таки далеко нужно подниматься. Занятно. Вот ведь спрятали эту локацию. Отлично, давай сюда. Тут даже черт ногу сломает, прежде чем найдет все это дело.
открыть дверь. Так, у нас тут стража Сентинела. Какие-то два голых мужика. Нужно что-то? Ничего не надо, ты оденься. Здравствуй, что Кано. Нужно? Так, куда мне? Вот туда. Даже занятно, что подземелье находится наверху. Так, дротики. Так, вот мы здесь. Погнали смотреть. Ага. Рычаг. Наверх. Как тут много лифтов-то. Прям какая-то головоломка. Так. Блин, тут вообще прям голову черт сломает. Вот это коридорчики. Так. Нимфа. Готово. Так, заберем. Посмотрим, что здесь. Тупик. А там чего? Ага, тупик. Ладненько. Тут у нас чего такое за поворотом? Ага. Гарпия. Заберем. Вдруг пригодится. Тут уже такие головоломки-то не шуточные начались. Тупик. Пойди, найди все рычаги. Охренеть вообще. Так, тут у нас орк. Готов. Стриган. Что? Там кто-то еще есть. Так, тут тупик. Че, орка? Орочья стрела есть. Кровь, отмычка. Че? Лук. Давай лук заберем. Кто? Остальные стрелу сберу. Так. Опять лифт. Лифт наверх теперь. Так, дверь. Еще один лифт. И что это такое? А, тут еще один лифт есть. Лифт наверх есть. Охренеть, вот это лифтов. Жесть вообще. Так, а тут чего? Тут какие-то вот эти вещи. Скорпиончик. Готов. Давай все заберем. Так, дверь. Вот эти двери, наверное, нужно все открыть. Давай-ка сюда попробуем сходить. Что-то наверх, что-то вниз. Давай попробуем наверху посмотреть. А ты кто?
акробат. Да мощный хотяга. Готов, отравил его. Так, заберем. Да, поздно заметил ты меня. Да неужели? Готов. Так, двемерская стрела, золото, стальная стрела, стеклянный кинжал. Давай все вот это снимем. Пригодится. Котяра пускай голый остается. Вот какие большие. Так, стрела моя. Большие здесь подземелья. Там что это? Какой-то рычаг надо нажать. Еще лифт. Ага, тут почему-то дверь-то вот эта закрыта. Ладно. Типа это ложный путь. Ладненько. Значит, там у нас еще есть один лифт вниз какой-то. Давай туда добежим. Вот это здесь подземелье наделали. Прям охренеть. Головоломка-то. Такой своеобразный Даггерфолл. Так. Рычаг. Пиздануться вообще. Так, оттуда мы пришли. А, нет! Или да? Не-не-не-не, вот это вот открыто было. Стало. Давай посмотрим, что здесь. Ну да, тут тоже лифт. Лифт вниз. Охренеть вообще. Вот это да. Если спрыгну, то сразу умру. Так, а тут чего? Дверь. Какой-то призрак, привидение. Но это явно не то привидение, которое нам нужно. А, ну тут есть зато у нас рычаг еще один. Это что такое? Это большая хрень. Череп. Ручка. Что здесь? Большая пустая комната. Ладненько. Значит, нам нужно наверх. Правильно, у нас тут эта дверь открылась. Ага. Вот это они тут понаделывали. Пока мы едем, денем броню вампира. Чтобы быть помоднее. Почти доехали. Такие нехилые подземелья. Че, реально такое было в Даггерфолле? Прям интересно узнать. Так, посмотрим. Что-то мы еще какой-то рычаг нажали.
Здесь что-то закрылось. Сюда мы, по-моему, и не ходили. А, ну тут наш, кстати, лифт приехал. Так, погодите, а где лифт? А, ну вот. Угу. Нужно, наверное, все, что ли, рычаги нажать? А лифт, ты ниже поехал. Как я его верну? А, тут еще один лифт есть. Охренеть. Это, наверное, лифт наверх. Чтобы вызвать лифт. Понятно. Какой-то ложный этаж. Сплошные лифты. Охренеть не встать. Сильно они запрятали-то этого лича. Тут что за выход такой? А, ну это то место. А, ну можно было бы сюда спуститься просто. Ну ладно бы, типа не знал. Давай снова на лифте поедем вниз. Сейчас надо его вызвать. Хотя, погоди. Чё-то как-то, ну-ка, работает. Чё-то как на механизмы не работает. Ой, понятно. Ох ты ж, блин. Там еще, наверное, сюда нужно куда-то зайти. Или туда. Там ту дверь мы открыли. Здесь мы этого убили. Сюда мы пришли. Тут у нас было закрыто, мы открыли. Тут были всего двери. Там лифт, который едет. Да, он уже приехал. Поехали вниз. Ну, сейчас мы на этот этаж, где был паук, мы не будем запрыгивать. А, попробуем в другое место, да, чуть пониже заехать. Единственное место. Там, по идее, должен быть рычаг какой-нибудь. Жесть вообще. Это вот головоломку, конечно, сделали. Так, тут был у нас вот этот. Вижу. Давай по-быстрому нажмем. А ты куда, наверх, что ли, поехал? Охренеть. Может, там что-то открылось? Ой. Надо, короче, все вот те колья снять. Для того, чтобы попасть к этому личу. Но там нужно будет потом сохраниться. Потому что завалят нас. Так, что еще открылось? Что-то как-то... Может, надо еще ниже проехать? Да, попробуем еще ниже проехать. Два рычага у нас уже есть. Так, дверь с пауком. Место с пауком.
Еще один рычаг. На, и куда-то ниже, смотри-ка. Просто охренеть. Просто опускаемся на лифтах. Ага, самый нижний этаж. А, посмотрим, что здесь. А-а-а, смотри-ка. Призрачная сущность, стрела. Возьмем. Что-то это такое. Еще один лифт. И вот там еще какой-то рычаг есть. Ага, что-то снялось. Ну-ка, что здесь? Интересненько, ни хрена себе. Так, давай поедем сюда. А, понятно. Там пока лифт опустится. Еще один лифт. Ну, давай, пускай они доедут. Посмотрим, что там. Этот лифт уже ближе. Так, давай посмотрим, куда этот лифт нас приведет. А выше никак нельзя побыстрее поехать? Это для того, чтобы время тянуть, да? Ну, можно пока зелье. Так, посмотрим, тут у нас, значит... Сопротивление легких ног. А где-то у меня было лечение мыши. А яд где-то был. Паучий яд где-то у меня был. Жалко, что я не могу по стенам ходить. О, могу, конечно, при помощи кодов, но это же будет не особо интересно. Так, да, посмотрим, что здесь. А. Тут у нас типа закрыто. И... Так, сейчас мы туда вниз спустимся. Почти все открыто. Давай-ка выбираться с этого места. Тут нужно было разгадать загадку вот с этими штуками. С копьями. Сейчас мы поднимемся наверх. Ну, заебись. Я, наверное, спускание, поднимание на лифтах обрежу. Потому что это очень долго. Смотреться будет не очень интересно. Поэтому, да, наверное, обрезка будет здесь. Так, значит, мы, наверное, туда. И отправляемся сразу к... Наверх. Через все этажи. Главное, чтобы не заперли вот эту вот дверь. Значит, нам придется спускаться вниз снова.
Нам придется спускаться вниз вот здесь. Просто какой-то лабиринт. Кто-то постарался насчет него. Ага, тут у нас не заперто. Отлично. Прям то, что надо. Мы почти у цели. Так, тут у нас кто? Дверь. Что тут? Святая вода. Так, еще вниз. Ага, нашли. Так, давай-ка мы здесь F5, сохранимся. Вот он у нас поднялся. Тихо, тихо, тихо. Сейчас он вылезет из своей гробницы. Да? Твою-то мать, а? Принц Королис. Так, иди-ка ты нахер. Есть. Так, золотишко. Посох огненных шаров. Отлично. Завалили мы этого засранца. Принца Королиса. Что тут? Больше ничего интересного нет. Пустая гробница. А, хотя, смотри-ка. Сундучок есть. Так, лук Адамантия. Возьмем. Талисман. Зелье свободного действия. Не знаю, что такое. Так, обмотки мумии. Отмычка. Рубин. Ага. Пригодится. Давай-ка, может быть, воспользуемся заклинаниями. А, магия. Не-не-не, книги. Так, значит... чтобы они там не валялись. Просто так. Возвращаемся к королю личей. К королю Манимарка. Мы разгадали загадку с копиями. Прям это было очень муторно. Очень долго. Но мы справились. Вперед на этот вот почти финальный лифт. Прям давай F5 нажмем. Мало ли нас тут завалит. Прям очень классненько мы все побегали. Отлично. Тут, по-моему, я всех убил. Куда это мне? А, тут еще один лифт. Еще ниже. Вот, готов почти. Да уж, нам должны какую-нибудь прям очень классную, я бы сказал, выдать прям награду за то, что мы здесь бегали и разбирали, где это вообще место находится. С его лифтами. И разгадывали всякие здесь головоломки. Просто лабиринт огромный. Не, можно заплутать. Может, так и было в Декерфолле? Каждая локация является лабиринтом. Так, точно не сюда. 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 И вот сюда. Опа. Вот это вот, да, длинный коридорчик. Жалко, что у меня здесь нету драконьих криков никаких. Потому-то я здесь не драконорожденный, а просто приехал по заданию императора. Так, почти добрались. Еще один лифт.
Готово. Дверь, замок Сентинела. Голые мужики. Кстати, а что там наверху-то? Королева Акун. А, ну это та королева, которая... Тоже пойдешь на превьюшку, классно, у тебя одежонка. Да. Да, вот так вот. Отлично. Но голых мужиков мы не будем брать на превьюшку, потому что... Это же голые мужики. Что мы тут не видели? Так, ну куда вообще? А, ну правильно. Кошмарный у вас тут замок, ужас. Прям мне от него уже тошнить начинает. Надеюсь, в новой части свитков под названием Хаммерфелл такого не будет. Королева это вообще заперлась со своими лифтами. Кто такое вообще придумал? Длинные лифты. Так, вот у нас садик. По-моему, вниз. Отлично, выбрались наконец-то. Тоже на привушку пойдет. Фух, отлично. Так, давай-ка мы доберемся, значит, карта мира. До короля червей. Тут указывается, какая-то растительность здесь должна быть, но что-то как-то я ее не вижу. Ну, вижу только траву в большом количестве. Так, нам сюда. Опять лифты. Они уже как бы и не в новинку. Просто охренеть. Так, чё сюда? Так, тупик. Голые стены всякие. Так, и сюда. Вот у нас тут манимарка стоит. У нас тут дохера гробов, я скажу. Так. Пойдешь тоже на превьюшку. Вот так. Здрасте. Приказы исполнены. Вот душа лича. Отлично сработано. Я уверен, что принц был вежлив с вами. Пожалуйста, примите этот эльфийский кинжал изгнания в знак моей признательности. Кроме того, я решил, что кому-то по эту сторону загробного мира пришла пора узнать тайну Тайбера Септима о подземном короле. Как вы знаете, Тайбер Септим был первым императором Тамриэля. К концу своих завоеваний он предал своего брата, Зурина Арктуса. Когда он умер, его душа отказалась покидать свое тело. Видимо, причиной тому был некий таинственный Нумидиум. С тех пор Зурин Арктус живет как подземный. Подземный король и его адепты веками мешали мне. Просто помните, что если подземный король восстановит свое смертное тело, он наверняка развяжет войну во всем Тамриэле. Классненько. Душа лича. Все? Я выполнил его задание. Так, теперь живопись истины. Ну, давай это на следующей серии оставим. В общем, подписывайся на канал, ставь лайк, вставляй комментарий. С тобой был Владимир, канал Гильдия Гейм. И увидимся в следующей серии. Всем пока.